Только что Институт экономических исследований в Мюнхене опубликовал данные по условиям деловой среды в Германии. Трейдеры всегда с нетерпением ожидают его публикацию, так как полученная информация позволяет предсказать развитие событий не только в экономике страны, но и в целом по еврозоне. В сегодняшней ситуации резкого обострения европейских проблем и длительного падения евро участники рынка особенно напряженно ожидали публикацию этого показателя. Индекс не дотянул до предыдущих значений и прогнозов аналитиков, что, по всей вероятности, вновь ослабит единую валюту и приведет к новому снижению евро-доллара, а также связанных с евро кроссовых валют. Учитывая это, вы можете неплохо заработать сегодня на активной ценовой динамике рынка. Присоединяйтесь к сообществу трейдеров и зарабатывайте с нами на предстоящих изменениях курсов валют. Компания Maxiforex желает вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.